опаснейший момент. Белозеров, штанга, добивали, гол! Меня зовут Сергей, я из Москвы, болельщик омского «Авангарда», со стажем 22 года. Я так детство полюбил и стал за нее болеть. Когда-то я маленьким пришел на хоккей, меня отец привел, и мне очень понравилось. Заканчивается двухминутное большинство. Его передача, бросок, это 2-0. И это Ансель Галимов. Это 2-0. Нефтехимик продолжает забивать. По игре мы, наверное, не заслуживаем пока победы. В основное время играем не очень хорошо, но все может быть. Кстати, «Авангард» и не собирался меняться, да? Но вот опасный момент. Митякин, Девченко отбивает, и слева Комара. Комар не успевает. Я люблю посмотреть хоккей. Я не могу сказать, что мне комфортно на фанатке. Я поддерживаю свою команду и тоже, знаете, общаюсь с местной публикой, болельщиками. Любого соперника надо уважать. И каждая команда может дать бой каждому. У вас замечательные болельщики, садили, фотографируются, мне приятно, я с удовольствием сам фотографируюсь всегда. Побежали Толчинский и Грицук вдвоем против одного, Толчинский, Тихомиров вылавливает шайбу и пока сохраняет преимущество нефтехимика в один гол в этом матче. Надо болеть за команду. Приходите на стадион, заполняйте трибуны полностью, чтобы не было ни одного свободного места. Это твоя жизнь, твое счастье. Ты болеешь за свою команду. Я не удивлен этому результату. У вас команда борется за плей-офф. Каждый хочет занять это заветное восьмое место.